Всем привет, мои хорошие! Сегодня я снимаю вторую часть на эти купальники, которые я заказывала с AliExpress. Ссылку на первую часть вы найдете в инфобоксе, а также обзор этих купальников точно так же вы найдете в инфобоксе. И вы знаете, мне кажется, этот купальник, он настолько круто смотрится. И да, я, кстати, в нем даже заходила в воду, я думала, что верх от купальника будет мне немного великоват в воде, но нет, все хорошо держится даже без лямочек. Ну и последний купальник для этой части видео, это вот такой черный со вставками из сеточек телесного цвета. Мне он, кстати, тоже очень-очень нравится, он, мне кажется, отлично сидит на фигуре. И да, естественно, мой хвостик Йоланда всегда со мной, она тоже во всех видео моих участвует. И мы немножко играем, мы вместе снимаем. Бегаем, и нам классно. А как вы проводите ваше лето? Напишите и поделитесь со мной тоже. И да, кстати, я подобрала под этот купальник новые босоножки на такой тракторной подошве. Они у меня пришли буквально на днях. Я их еще не показывала, но я обязательно буду делать обзор и покажу в моих покупках одежды и обуви. Я очень надеюсь, что вам понравились мои купальники, понравилось, как сидит на мне. И, может быть, кто-то тоже закажет себе и будет иметь представление, как же они сидят на фигуре. И все, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока!